Москвичей предупредили о похолодании до минус 10 градусов. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Гидрометцентр России сообщает, что в начале следующей недели в Москве ожидается похолодание до минус 10 градусов. 29 ноября в столице прогнозируются небольшие осадки, 1-3 градуса тепла и ветер до 15 метров в секунду. В субботу ожидаются дождь и мокрый снег, температура воздуха составит около 0 градусов. 1 декабря местами прогнозируется небольшой снег, ветер до 15 метров в секунду. Ночью в столице температура опустится до минус 4-2 градусов, в области ожидается минус 7-2. Днем в Москве прогнозируется минус 3-1 и минус 5-0 по области. Похолодание продолжится 2 декабря, ночью ожидается до 10 градусов мороза, днем минус 5-0. 3 декабря прогнозируется минус 9-4 градусов днем и минус 6-1 ночью. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!